Мое счастливое детство и семья. Под таким названием прошел художественный конкурс для молодежи. В мероприятии приняли участие более 20 художников. Лучшие из лучших награждены ценными призами. Одной из участниц этой выставки является Гульден Карибхан. Девочка посещает студию НР уже 3,5 года. Также работы талантливой художницы занимали первые места на республиканских и региональных конкурсах. Эта выставка мне очень понравилась и была очень интересной. У нас в команде тоже было 4 человека, но сегодня девочка не могла прийти. Это наша картина. Здесь мы рисовали и рассказывали о детстве и о настроении. Мы создавали это 3-4 дня. В сегодняшнем городском мероприятии приняли участие школьники в возрасте от 5 до 16 лет. Они представили свои работы на выставке. Выступление молодых ребят будет оценено и в дальнейшем будет поддержано областью. Мы хотим наполнить не только сегодняшний день, но и каждый день ребенка особым праздником. Видя свет, радость и восторг детей, которые сегодня посещают эту выставку, мы уверены, что действительно воспитываем сознательное, качественное, заботливое поколение. Как вы уже видели, картины на выставке разнообразны, у каждого своя роскошь. В каждом конкурсе будут призеры. Думаю, сегодня каждый из участников этой экспозиции уже является призером. Наставники юных художников уверены, что картины ребят проникнут в сердца зрителей и займут не одно призовое место на выставках. Василий Павлиди, Акмарал Хусаинова, Дархан Мужубаев, Кокчи Акпарат.